Иеремия там один. А здесь Владимир с Исаакием. В четыре ряда прижимаются. А я не пойму, а там снаружи что еще будет у них? А? Снаружи-то что у них еще будет? Не знаю. Не знаешь. Вот оно какое. Красивое, конечно, сооружение. Как Игорь хотел, столбов не было посередине. 12 метров. Она снаружи там что еще будет? Ничего. Вот как она есть, так и все. Вот со стенками закончено. Да. А, вон как. Я думал, что-то там еще будет. А внизу что здесь будет забивать как-то? Земля. Земля. Еще полы еще не закончили. Земля оттуда снаружи? Нет, мы еще полы не закончили. Здесь сейчас будет засыпать все глиной, а потом еще асфальтировать надо будет. В следующем году, наверное. В общем-то, теперь я считаю главное для вас с той стороны подпорки поставить. Обязательно. Ветра сильные, парусность огромная, а так оно все сойдет. Ну, слава Богу. Помоги вам Господь такую большую работу окончить. Вот как в деревне. Ну, это далеко не каждый делает. Ну, а воздух, земля, все остальное, природные условия, тишина, никаких чужих. Ну, деревня чужая, у нас никого нет. Все свои, все друг друга знают. На всю деревню совсем это неверующий, только один человек. Ну и один человек, почему он с матерью приехал-то.